Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас сегодня на очередной торговой сессии этой недели. Предлагаю, как и всегда, обратить внимание на ключевые фундаментальные события прошлого дня, посмотреть на содержание экономического календаря этой торговой сессии, ну и, разумеется, снова актуализировать те инвестиционные идеи, которых мы придерживаемся по основным тандемам валютных активов. Сегодня, как и, собственно, всегда, не будем нарушать наш традиционный привычный сценарий, пробежимся по тем активам, на которых, прежде всего, основополагающим образом делаем ставку. Также хочу отметить, что в ходе брифинга будет анонсировано очередное кодовое слово, которое позволит вам получить бонус на пополнение. Сегодня величина бонуса 10%, а в качестве кодового слова, с вашего позволения, возьму слово «сигнал». Действует, соответственно, этот бонус до следующего брифинга, поэтому у вас есть достаточно времени, чтобы воспользоваться этим предложением и, разумеется, увеличить покупательскую способность собственных депозитов. Сейчас в преддверии очень важных решений, связанных с изменением монетарных политик ЕЦБ и ФРС, нас, по сути, в любой день может подловить хорошая волатильность на финансовых площадках, но лучше бы, конечно же, чтобы эту волатильность подловили мы, поскольку повышенная динамика ключевых валютных активов для нас – это очень интересная спекулятивная среда и масса, конечно же, возможностей, которые непременно стоит и нужно будет использовать. Начнем сегодня с нефти. Актуальные котировки по бренду 46.22. Видим то, что вчерашняя торговая сессия оказалась восстановительной и даже довольно-таки неплохой с точки зрения весьма динамичного роста. Пока мы вынуждены отодвинуть, скажем, на второй план наши прежние коррекционные посылы, общий фундаментальный фон, на который мы делали ставку, потому что сейчас в игру вступили форс-мажорные обстоятельства, которые невозможно было, скажем, предугадать. В данном случае речь идет об эскалации геополитической напряженности между Турцией и Россией. И сейчас этот фактор, учитывая то, что, скажем, в этом замешана Россия, оказывает, разумеется, влияние на сырьевые рынки и энергетическую конъюнктуру, поскольку возникают риски того, что в случае усугубления этой напряженности могут быть подняты вопросы и опасения за возможные срывы поставок. Это традиционное следствие подобного рода, скажем, конфронтаций. Об этом не нужно забывать, но все-таки также не нужно забывать и о том, что эти события имеют временный локальный характер. Они ни в коем случае не меняют и ломают долгосрочные посылы, мы это прекрасно знаем, потому что даже в рамках Ближнего Востока неоднократно возвращались все к этим столкновениям и все равно прекрасно понимали, что временной, скажем, эффект их воздействия, он ничтожен. Это может быть несколько дней, это максимум неделя. После этого рынок снова возвращается к прежним новостным поводам, прежним фундаментальным событиям. А прежние фундаментальные события для нефти – это то, что выступает серьезным фактором разгрузки для этого инструмента. Может быть, положительное настроение, позитивное настроение трейдеров сейчас еще усиливаются, опять же, прошлыми комментариями на Саудовской Аравии о том, что якобы теперь позиция ближневосточного картеля может быть более сознательна, они явно заинтересованы в том, чтобы сотрудничать с другими представителями производителей энергоресурсов и, может быть, начать вырабатывать какую-то единую позицию, которая будет направлена на стабилизацию цен и, прежде всего, восстановление стоимости Брента и WTI. Но мы знаем то, что дальше слов, скорее всего, не пойдет, то есть каких-то стратегических, тактических последствий в связи с этим ожидать не стоит. Мы ориентируемся сейчас на заседание ОПЕК, где еще раз убедимся в том, что ОПЕК придерживается своей стратегии сохранения доли на рынке энергоресурсов. И эта стратегия будет дальше создавать, опять же, дисбаланс между спросом и предложением, ну и позволять нам дальше активно спекулировать на возможном ослаблении позиции Brent и WTI. Чтобы не забывать про тот негативный фон, который имеет место быть в отношении энергоресурсов, я хочу обратить ваше внимание на вчерашнюю статистику по запасам нефти США. Да, сначала это частная оценка API, но все равно мы ожидали тенденцию роста запасов. Эта тенденция продолжается, потому что запасы по версии API увеличились на 2,6 миллиона баррелей за неделю.
Сегодня у нас уже официальные данные, соответственно, вернемся к ним уже в ходе следующего брифинга. Но я думаю, что с большой долей вероятности нас ожидает еще один прирост и возможность для локального, скажем, села по позициям Brent и WTI. Но, может быть, даже это не локальный фон, а фон, который имеет даже среднесрочное влияние, потому что действительно факт роста запасов, он усиливает спекуляции на тему, опять же, расхождения между спросом и предложением. Нефти действительно очень много, но вот из-за слабости мировой экономики спрос пока недостаточен. В общем, не отказываемся от коррекции Брента, ждем, уверен, дождемся. В ближайшее время, скорее всего, с большой долей вероятности мы сможем увидеть значение снова 43. Наша долгосрочная цель – это снижение в район 40. Что касается российской валюты против доллара, пара USD-RUB на текущий момент 65-55, поскольку восстанавливается нефть, рубль пользуется этой поддержкой, но учитывая временность этого события, я считаю то, что рубль очень быстро все-таки опомнится и поймет то, что оснований для укрепления нет никаких. А значит, дальнейшие перспективы будут по-прежнему создавать возможности для девальвации и движения этого дуэта валютных активов в район 67-68. Мне кажется, максимальный предел, до которого может окрепнуть рубль, даже с учетом положительного вклада факта налогового периода, который сейчас уже идет полным ходом в России, это 64,5. Но даже поддержка 65, она уже является серьезной, и я думаю, что бы ни случилось в ближайшие дни, эта поддержка устоит. И для нас, уверенно, она станет лишь плацдармом для того, чтобы мы еще сильнее оттолкнулись и пошли к тем целям, которые поставили ранее. 67-68, долгосрочная цель 70. И пока новостной фон, он в целом больше располагает к тому, что рубль будет испытывать дальнейшие проблемы. Далее идем. Евро против доллара. Спекуляции на тему расширения программы количественного смещения – это главная тема в отношении рисковых инструментов и европейской валюты сейчас. ЕЦБ действительно уже в одном шаге от этих мер. Заседание состоится 3 декабря, и с большой долей вероятности ЕЦБ все-таки пойдет на поднятие планки программы количественного смягчения, может быть, на 10-15 миллиардов евро в месяц. В целом сейчас совершенно очевидно, что трейдеры, которые предвкушают это событие, еще вторым глазом поглядывают на национальный макроэкономический фон, пытаясь найти подтверждение слабости в целом экономики валютного блока, собственно, так же, как и трейдеры ищут поддержки для доллара в сильной макроэкономической статистике американского происхождения. Это правильная, скажем, тенденция, это правильная позиция трейдеров, потому что ей нужно руководствоваться, ведь мы в преддверии ключевых решений, связанных с изменением монетарной политики, и они на самом деле произойдут вот в идеале, конечно же, разом в рамках заключительного месяца этого года. То есть все эти события уходят, по сути, на первую половину декабря. И заседание, между прочим, ближневосточного картеля ОПЕК тоже это начало декабря. Из статистики, которая вышла в рамках вчерашней торговой сессии, нужно было обратить внимание на динамику ВВП Германии в целом в третьем квартале, как и предполагалось, никаких прорывных релизов мы не увидели и, соответственно, готовились к тому, что и показатель общего экономического расширения также будет не на самом лучшем уровне. Так оно и подтвердилось, потому что фактический прирост 0,3%. Это очень мало для экономики, которая удерживает, ну или, по крайней мере, хочет удержать статус локомотива всего валютного блока. Если отталкиваться, опять же, от уже фактических цифр и искать объяснение, почему мы увидели такую слабую статистику, я думаю, что свой негативный вклад внес торговый баланс и факты переориентирования экономики, ну, может быть, не, скажем, целенаправленного, просто так получилось, на рост импорта, на опережающий рост импорта над экспортом. Это, опять же, является следствием тех тенденций, которые сейчас развиваются в рамках мировой экономики. Плюс ко всему, Volkswagen, скандал вокруг дизельных двигателей. Это также серьезный риск, о нем я всегда предупреждал, и сейчас, судя по
тем данным, которые мы получаем, становится совершенно очевидно, что этот риск не нивелирован, его не удалось нейтрализовать, и я думаю, что он еще не сказался максимально негативным образом в динамике, опять же, экономического расширения Германии и в целом потом уже еврозоны. То есть это отложенный эффект еще большего негатива, который мы будем констатировать уже в последующих кварталах. Также стоит отметить динамику производственного сектора Германии. Если подвести, опять же, итог 2015 года, то сектор за этот год просел серьезно, больше чем на 1%. И учитывая то, что производственный сектор является основным драйвером для ВВП, значит, то, что мы получаем такие слабые сигналы по экономическому восстановлению, это также реальность, должное и абсолютно логичное следствие. Вчера не обошлось и без локального позитива. В частности, мы следили еще за настроениями бизнеса ожиданий по Германии от института ИФА. Статистика оказалась лучше, чем прогнозировали. По факту 109 против прогноза 108,2. Но мне показалось, что это очень странный, скажем, релиз, потому что с большой долей вероятности можно было настраиваться на негатив. Опять же, учитывая те риски, которые я обозначил, Volkswagen. Мы знаем, грядут сокращения в Deutsche Bank. Мы знаем то, что даже по словам председателя Европейского центрального банка Марио Драги, экономика серьезно дисконтирована, контролирует риски сейчас из-за спада Китая и развивающихся площадок. И отталкиваясь от этого, исходя из этого, можно было ожидать, что и ИФА больше разочарует. Но мы увидели обратную статистику. Я считаю, то, что доверять ей не нужно. У нас есть более объективные цифры от института СЮ. И я обращал внимание на то, что эта статистика является более определяющей. Поэтому в целом, по-прежнему позитивных макроэкономических данных европейского происхождения мы не видим, ну, тех позитивных данных, которые могут посеять сомнения касательно того, что не стоит ли ЕЦБ подождать с расширением программы количественного смягчения. Я считаю, что не стоит. Нужно уже переставать тянуть резину, нужно быть более проактивным, действенным и решительным. А значит, мы настраиваемся на фактическое решение и ждем расширения программы количественного смягчения в рамках вот декабрьского заседания, которое пройдет 3 декабря. Локальную поддержку для евро в рамках вчерашней торговой сессии, да и в принципе тот рост, который мы наблюдаем сегодня на азиатских торгах, можно еще объяснить коррекции европейского фондового рынка, а коррекция европейского фондового рынка, она отражает, опять же, риски, связанные с эскалацией геополитической напряженности, то есть Турции и России. И я уже неоднократно отмечал тот факт, что если европейский фондовый рынок корректируется, логично ожидать роста европейской валюты через механизмы и принципы хеджевых сделок. Далее идем. Доллар и японская иена. Здесь снова давайте не будем далеко отходить от сейчас локального конфликта между Турцией и Россией. И поскольку растут беспокойства, опять же, в связи с этим повышается спрос на защитные инструменты, к которым традиционно относится японская иена, а франк, в частности, драгметаллы подрастали в рамках вчерашней торговой сессии. Ну, в общем, сейчас все развивается так, как и, наверное, должно быть с учетом актуального новостного фона. Но мы все-таки по доллару ориентируемся на ключевое событие, связанное с изменением монетарной политики и поднятием, соответственно, краткосрочных процентных ставок впервые за 10 последних лет. И продолжаем следить за статистика. Вчера вышли данные по ВВП, они оказались лучше прогноза. В третьем квартале предполагалось, экономика расширилась на 2%, фактическая цифра 2,1 против 1,5% соответственно, прошлого квартала. Позитивная динамика на лицо. Я думаю, что отталкиваясь от хорошего состояния секторов недвижимости рынка труда, да и, в принципе, роста заработных плат, считаю то, что это, опять же, логичное следствие. Экономика будет дальше расти. И, в принципе, США удержит за собой статус одного из самых динамично растущих регионов среди всех развитых рынков. И, в принципе, действительно, эта тенденция пока сохраняется. Сегодня у нас день макроэкономических релизов и статистики американского происхождения. В частности, в 16:30 по московскому времени нас ждут данные по личным доходам и расходам. После этого заказан товар длительного пользования. Ну и еще заявки на пособие по безработице. Завтра в США день благодарения, поэтому отчет поехал
на сегодняшнюю торговую сессию. И в целом все буквально в один момент эти отчеты будут опубликованы. Я считаю то, что от доллара сегодня будет возможность перевесить вот этот негатив и оказать сопротивление японскому конкуренту и, может быть, даже нейтрализовать вот этот фактор поддержки для иены в связи с эскалацией геополитической напряженностью. Поэтому, если вырастут доходы и расходы, ну, прежде всего, давайте последим за расходами, потому что рост расходов будет логичным следствием роста доходов, роста заработной платы, и впоследствии это можно будет трактовать как серьезный фактор поддержки для потребительской активности, достойных показателей по розничным продажам, и в целом также плавно выходим уже на новые данные по ВВП. И если эта статистика реально будет неплохой, лучше прогнозов, я в этом не сомневаюсь, значит, у нас появится еще один аргумент, чтобы еще, скажем, с большим упором делать ставку на возможные изменения монетарной политики и потенциальный серьезный рост американцев, который мы ожидаем вот со дня на день. Для пары доллар-японская иена это возможность продолжить, возобновить свое прежнее бычье ралли и приблизиться, соответственно, к уровню 125. Это наша долгосрочная цель. Далее идем. Фунт против доллара. Британская валюта корректируется. Уже за последние три торговые сессии британец просел серьезно. Минимальное значение прошлого дня 1.5052. Напомню, что мы оказались в сделке по паре фунт-доллар с уровня 1.5150 и ждем take profit на уровне 1.50. До него немного не добрались, но я думаю, что это вопрос времени, потому что общий фундаментальный фон, он по-прежнему располагает больше к распродажам британца. Уверен, что трейдеры сейчас все-таки больше начинают фокусироваться на слабости британской статистики, в частности, розничные продажи. Они серьезно просели, мы уже не рассчитываем на предновогодние ралли. Мы знаем то, что и в связи с этим пятничные данные по ВВП с большой долей вероятности будут гораздо хуже прогнозов, что в целом станет еще одним негативным фактором. Мы знаем то, что Банк Англии сомневается в необходимости повышения, более скорого повышения процентной ставки и достижения ради 2017 года целевого показателя по инфляции в 2%. И вчера еще состоялась конференция руководителя Банка Англии Карни, где он снова сделал акцент на то, что Банк Англии рассматривает возможность, или точнее даже будет с большей долей вероятности рассматривать возможность не повышения процентной ставки, а даже снижения процентной ставки, либо задействование иного механизма программы количественного смягчения. То есть это дополнительные меры экономического стимулирования, риски для национальной валюты. Сейчас дорогой фунт реально создает серьезную угрозу для конкурентоспособности национальных производителей, для потребительской активности и для экономики в целом. И я считаю то, что сейчас фунт нужно, разумеется, давить вниз, толкать к более низким ценовым ориентирам. Нам пока достаточно добраться до рубежа 1.50, и я уверен, что мы до него доберемся. Доллар против канадца. Поскольку вчера мы видели динамичное восстановление нефти на фоне отсутствия важных макроэкономических данных канадского происхождения, канадская валюта использовала этот позитивный эффект от роста нефти, дисконтировал собственную стоимость. Мы видели то, что вчера USD-CAD ослабела, пара актуальной котировки на текущий момент 1.3290, но мы все равно верим то, что усиление позиции доллара и возобновление прежнего коррекционного посыла по нефти станет причиной восходящего роста пары USD-CAD, который позволит нам добраться с прочими участниками рынка, которые ориентируются на рост этого тандема валютных активов к уровню 1.35. Из интересного макроэкономического фона прошлого дня еще стоит отметить выступление руководителя Резервного банка Австралии Стивенсона, который отметил, что на фоне тех рисков, которые имеют место быть для национальной экономики, Резервный банк Австралии по-прежнему допускает возможность еще одного снижения процентной ставки. Реакция австралийца меня, конечно же, несколько возмутила в рамках вчерашнего дня, потому что это ведь реальный намек на то, что Резервный банк Австралии будет действовать, а мы в рамках вчерашнего дня увидели укрепление позиций австралийцев. Но, может быть, этому поспособствовал общий интерес, опять же, к
точнее, что-то вроде коррелирующего эффекта с европейской валютой. Но это также фактор, который подтянут за уши. Я считаю то, что долгосрочно все-таки австралиец должен стоить гораздо меньше. И если это решение, связанное с изменением монетарной политики, все-таки будет анонсировано, мы сможем по паре out USD добраться до той цели, которую поставили ранее. Это значение 0,70. Что касается сегодняшнего новостного фона, как я уже отметил, это все отчеты американского происхождения, которые будут опубликованы в 16:30 по московскому времени. Ждем поддержки для доллара и, соответственно, ждем, прежде всего, очень неплохого роста по паре USD-иен. Но это, конечно же, в том случае произойдет, если хорошая статистика сможет нивелировать вот этот повышенный спрос на защитные инструменты по причине геополитической напряженности, присутствующей сейчас на рынке, но локально только. Величина бонуса на сегодня, еще раз повторяюсь, 10%. Что касается кодового слова, это сигнал. Разумеется, если есть вопросы, вы знаете то, что их можно наставлять на нашем официальном канале на YouTube, но либо писать непосредственно в аналитический раздел нашего форума, форума Amarkets, где есть специальная ветка, где мы обсуждаем, соответственно, актуальные тенденции финансовых рынков и вообще всех финансовых площадок. Большое спасибо за внимание, хорошей вам торговой сессии и, соответственно, увидимся в ходе следующего брифинга. Всего доброго, до свидания.